И под скленечку это гол! Пятая шайба давит из скленечки. Ну, мощно зарядил. Посмотрите, тут сразу два игрока перед Грубицем. Хорошая скидка Турунина. И бросок касания мощнейший от Давида Скленички. Диц налево Каменев. И там с пятака Крановков не сумел бросить. Григоренко тоже не стал бросать. Диц гол! Даррен Диц. Гол в большинстве. Первая шайба Даррена Дица за ЦСКА. Карая в шайбу сохранил, и в итоге все это приводит к голу Кирилла Пичкова. Как классно вывели на бросок 98-го номера Сочи. Пас на Пичкова, это, конечно, абсолютная красота. Абсолютная красота. Болельщики, разумеется, начинают хлопать, свою команду поддерживать. Покоренин на защитника, Скленичка 1-1. Йокерит все-таки большинство от пользы. Здорово зарядил Скленичка, у него четвертый гол в этом сезоне. Покоренин запишет на совершенно голевую передачу. И Скленичка молодец, он использовал Грауца как заслон и здорово бросил издали. Бодров, хороший перевод, Йокипака, мощный бросок, и все-таки гол, все-таки добивается своего Сибирь. Да, выигранное вбрасывание, и Йокипака своим броском пробивает Ларса Юхинсона. Может быть, это точка пьянова? Юрки Йокипака улыбается и все-таки забивает в этой встрече. Может сочинить любую передачу. Вот теперь под бросок сходу, пожалуйста, Бурдасов, дубль. 20-я шайба Антона Бурдасова в сезоне. Ну и очень точный бросок. В дальний угол шайба влетела, без шансов для красивого спасти. Счет и Стивен Кемфер. Выигранное вбрасывание, перевод на Кемфера, и тот сходу бросает. Очень сильный бросок, низом пошла шайба. Стивен Кемфер. Тут блокируют уже все игроки Адмирала. Ох, сложно им сейчас. Еще момент, и все-таки гол! Рушан Рафиков останавливает вот эту сухую серию Никиты Серебрякова. И настолько мощно неудобная высота над щитком. Рушан Рафиков посылает эту шайбу. Артюхин. Немало игрового времени. Получает четвертая тройка. И это гол 4-4. Забросил шайбу Сидоров. Для него это дубль.